Социофоб. Здорово всем, дорогие друзья. Сегодня новое будет видео на такую достаточно деликатную тему, тему, о которой у нас в обществе не принято говорить вслух. Но дело в том, что я до сих пор в 30 лет являюсь девственником, то есть у меня никогда не было секса, никогда не было отношений. И в этом видео я хочу рассказать вам, как так получилось и что я чувствую, то есть вот такие вот моменты, осознавая, что у всех вокруг там есть отношения, есть секс, а у меня этого нет и никогда не было. В общем, дорогие друзья, давайте начнем обо всем по порядку. То есть с самого раннего детства, то есть со школьных лет, я прекрасно осознавал, что у меня, я уже тогда осознавал, что у меня никогда не будет ни тян, ни отношений, ни секса, потому что я не такой, как все, то есть и не в том смысле, что я, какой-то там избранный, как там в фильмах, бывает, что типа, с хорошей стороны, а наоборот, то есть я прекрасно понимал, что я намного хуже остальных абсолютно во всем, то есть в плане внешности, в плане роста, то есть я еще с самого детства, то есть выделялся на фоне остальных, то есть я везде там, например, когда там на физкультуре мы становились в ряд, то есть я, естественно, стоял самым последним, то есть я был абсолютно ниже всех, то есть и ниже одноклассников и ниже одноклассниц, то есть мой рост на тот момент составлял где-то, я даже не знаю, то есть на сегодняшний день, то есть в 30 лет, мой рост составляет 1,50 м, то есть фактически рост, какого-то первоклассника, то есть там, 12-13-летний, и соответственно, как вы уже понимаете, что рост, он, фактически вот это самое главное, что влияет, то есть в общем на жизнь, и естественно, больше всего вот это влияет, то есть на успех со стороны женского пола, потому что, еще даже вот во всех вот этих стереотипах, первое, на что обращает внимание абсолютно любая тяна, без исключения, это рост, то есть абсолютно все тяны хотят высокого, то есть с каждым годом вот этот там рост, он только увеличивается, то есть, например, если раньше там даже с ростом 1,70 м можно было найти тян, то сейчас, чтобы найти тян, нужно как минимум там 1,85 м, а лучше 1,90 м. Чем выше, тем лучше, то есть успех, шанс найти тян, он пропорционален как раз таки вашему росту. Соответственно, дорогие друзья, шли года, к сожалению, то есть мои родители, они не водили меня к врачу, то есть мне не показывали. Я вырос в такой маленькой деревне, соответственно, у нас там даже не существовало вот такого врача, как эндокринолог. То есть если бы у меня там, например, чем-то прокололи там до определенного возраста, вполне возможно, что я бы там вырос и еще там, сантиметров на 5, то есть не значительно. То есть вот это бы кардинально ничего в моей жизни не изменило. Но даже вот этого, то есть не сделали. Соответственно, на сегодняшний день мой рост абсолютно не менялся, там, наверное, с 18 лет, как 18, был мой рост всего лишь 1,50 м, так и сейчас в 30 лет, он составляет 1,50 м. И в общем, дорогие друзья,
Ну, то есть я учился в школе, и абсолютно никогда, вот за 10 лет, ну, ко мне ни одна там одноклассница не подходила и не предлагала встречаться. Ну, то есть, было вот несколько попыток, но когда Новотян там несколько, ну, чисто, ну, как бы, не знаю, из чувства жалости, и из чувства, чтобы, ну, просто, ну, как бы, ну, посмеяться с меня, ну, то есть они начали со мной, ну, разговаривать, то есть одна, ну, даже один раз, ну, как бы, хотела меня обнять, ну, и, естественно, я прекрасно понимал ее мотивы, я, ну, прекрасно понимал, что она вот это, ну, делает не из каких-то чувств, а, ну, просто с той целью, чтобы на глазах у всех унизить меня. Ну, ни о каких серьезных отношениях ни в школьные года, там, ни дальше, ну, речи не шло. Ну, то есть, ну, пытался я, Лиан, познакомиться с кем-то, ну, конечно же, да. То есть, опять же, ну, как раз-таки еще в школьном возрасте, но когда я еще не осознавал масштаб вот этой, ну, проблемы, то есть, ну, проблемы, ну, роста, ну, проблемы внешности, ну, то есть, я с внешностью у меня, ну, тоже, ну, даже если не брать в расчет, ну, рост, ну, то есть, у меня даже с внешностью, ну большие, ну, проблемы, то есть, и у меня, ну, косолазие, вот, ну, соответственно, вот это очень сильно, ну, бросается в глаза, то есть, вот это, ну, большой, ну, дефект, ну, и плюс, ну, к этому у меня еще заикание есть, ну, то есть, все в комплексе. Абсолютно не выдался ничем, то есть ни в физическом, но в плане там, ни в каком-то вот этом, ну, разговора, ну, то есть, да, там есть много, ну, мифов, якобы там харизмой можно вытащить, но я даже на вот это не способен из-за заикания, то есть я, ну, банально даже не могу, ну, поддерживать разговор, да, и в принципе я считаю, что вот это все, ну, то есть, ну, ну, большое заблуждение, то есть все равно, но, ну, должна быть, ну, такая вот, знаете, ну, базовые там, ну, какие-то характеристики, чтобы хотя бы не вызывать чувство отвращения, там, омерзения, а у меня, ну, как раз таки, ну, все с точностью наоборот, то есть уже даже, ну, при первом, ну, виде меня, ну, то есть, там, абсолютно у всех людей, у них дело доходит чуть не, ну, чуть ли не до рвотного, но рефлекса, то есть. В общем, ну, дорогие друзья, там, начиная с, ну, не знаю, там, ну, лет с 15, я постоянно слышал от своих, ну, родителей, там, от каких-то, ну, родственников, что, ну, там, ну, придет время, ну, ты найдешь, ну, у тебя, ну, то есть, у тебя, ну, будут отношения, ну, то есть, я, ну, приводил в пример, ну, каких-то одноклассников и говорил, там, вот у них уже, там, есть тян, ну, то есть, они встречаются, там, уже, не знаю, чуть ли не 100-500 лет, на что, там, ну, мои, ну, родители, то есть, ну, какие-то, ну, родственники, чтобы успокоить меня, ну, то есть, они, можно сказать, ну, давали вот такие, ну, ложные надежды. Ну, то есть они говорили там, сначала они говорили там, ну, лет в 16, ну, появится тебя, ну, то есть найдешь тебя, ну, появится отношения, ну, потом 18, ну, то есть, ну, потом они говорили в 20, ну, и, соответственно, ну, потом уже они, как бы, ну, столкнулась с жестокой, ну, реальностью, ну, даже, ну, перестали мне вот это говорить. Соответственно, сейчас в 30 лет я являюсь, ну, девственником, ну, то есть я не то, что не занимался сексом, я даже, ну, за ручку не держался с особью женского, ну, пола, ну, то есть, ну, даже во взрослом возрасте у меня, естественно, ну, были, ну, попытки, вот такие попытки отчаяния, там, ну, познакомиться с кем-то, там, на сайтах знакомств, ну, и, естественно, абсолютно никто мне даже не отвечал, либо же отвечали до того момента, пока не узнавали, ну, мой рост, а, ну, после того, как узнавали, ну, то есть они меня, ну, кидали в ЧС, либо же просто и игнорировали, ну, даже
вот я, если не брать в расчет там сайты знакомств, даже там я пытался, знакомиться, не то что знакомиться, то я пытался предложить там встречаться, но каких-то там в общем знакомым нотяну, то есть, с которыми мы отдаленно были знакомы, и естественно даже вот это все не увенчалось успехом. То есть они меня деликатно все слали нахуй, завуалированно, то есть, чтобы не обидеть там. И вот это, к слову, наверное, еще больнее, чем если бы просто там. Потому что когда вот так завуалировано, послать нахуй, то еще больше становится больно, еще больше становится обидно. И в общем, дорогие друзья, абсолютно все науки, либо попытки, я даже когда-то устроился на работу, наслушавшись того, что там кого-то найдешь, там все, контингент нутян, был явно неподходящий мне, то есть там были все гораздо старше меня, то есть там были какие-то 40-летние тетки, соответственно, вот это абсолютно не вариант, да, и в принципе, даже если бы там были молодые, вот это бы ничего не поменяло. Сейчас наверняка там многие могут написать: а почему ты не снял проститутку? Я считаю, что вот это абсолютно не вариант. Во-первых, ей нужно платить деньги. То есть я не вижу в этом смысла. То есть для меня вот это бессмысленная трата денег за сомнительное удовольствие. Во-вторых, там можно заразиться. Презерватив он на 100% не защищает от всех новых болезней, да, и плюс он может порваться. Я хочу, как у всех, я хочу, по любви, для меня сам секс, он, в общем-то, не имеет, какого-то важного значения в жизни, мне секс нужен в комплексе, с отношениями, с чувствами, и естественно, проститутка вот этого ничего дать не может, она лишь делает еще больнее. Если ты к ней приходишь, ты понимаешь, что тебе только за деньги дадут, а без денег абсолютно никто не даст. Соответственно, в такой момент чувствуешь себя еще больше каким-то неполноценным. Соответственно, вот это для меня абсолютно не вариант. В принципе, секс, он для меня в жизни он не обладает каким-то приоритетным там вещью, чтобы мне опять же хочется лишь почувствовать того, что чувствуют обычные люди, которые родились с нормальным ростом, с нормальной внешностью, сейчас там многие напишут, ты, наверное, там пытался познакомиться с каким-то там, Тян явно выше уровнем, нет, естественно, я пытался познакомиться с такими же, как я, даже они меня, слали нахуй, что, в общем-то, еще больше доказывает, что абсолютно все в наше время, абсолютно все тянут, независимо от ее внешности, независимо от ее там характеристик, ее данных, абсолютно любая хочет там высокого, красивого, а у меня, из вот этих всех требований у меня нету абсолютно ничего. Сейчас, опять же, там еще многие могут написать, что там в стиле там развивайся, там зарабатывай деньги, устройся на
на какую-то хорошую, ну, работу, чтобы было много денег, и, ну, тогда оно появится для, но, опять же, мне абсолютно не нужно, чтобы со мной вы встречались из-за, ну, денег, ну, то есть вот это еще обиднее, наверное, чем снять проститутку, ну, потому что в случае с проституткой ты хотя бы, ну, как бы, ну, ты, ну, понимаешь, что она с тобой из-за, ну, денег, то есть ты не испытываешь, не пытаешь никаких иллюзий, а в случае, если бы вот встречаться с обычным, то есть, ну, которая вот, ну, появилась бы одновременно с тем, ну, как у меня появились бы, ну, деньги, то есть, вот это все, ну, конечно, очень, ну, больно, то есть, осознавать, что, ну, тебя не любят, то есть, а любят, ну, только, ну, твои, ну, деньги, ну, то есть, соответственно, вот это, ну, абсолютно не вариант, ну, для меня. В общем, ну, дорогие друзья, ну, в принципе, я уже, ну, давно смирился с тем, что это у меня никогда не будет, ну, то есть, потому что, ну, 30 лет – это психологическая отметка. Если у тебя в этом возрасте ничего не появилось, то, соответственно, ну, дальше вот эти шансы, они, ну, тают на глазах. То есть, я, ну, я, в принципе, уже, ну, давно с этим смирился, но, тем не менее, иногда наступают вот такие моменты, ну, когда там невольно смотришь, там, на окружающих людей, но, то есть, они счастливы, у них там есть тян, у них там есть секс, у них есть отношения, а у меня вот этого никогда не было и не будет, соответственно, в любом случае, в глубине души становится как-то обидно, то есть, если у меня этого не будет, ну, то есть, зачем я живу, хотя, ну, прекрасно, ну, понимаю, что вот это все не панацея, то есть, вот это не факт, что сделать счастливым, но тем не менее хотелось бы, ну, попробовать, а шансов, ну, то есть с каждым годом их все меньше и меньше, ну, то есть до там, ну, 20 лет, ну, то есть шансы там, например, вот если сравнивать, ну, то есть они, ну, так или иначе есть там, ну, может там, например, 1 на 1 000 000, но после, ну, 20 уже все, ну, потому что в таком возрасте ну, большинство, ну, тян, ну, то есть они там, ну, либо замужем, либо же, например, ну, даже, ну, банально, ну, у вас не будет, ну, каких-то общих, ну, мест, общих знакомых для того, чтобы, ну, познакомиться. Да и, в принципе, опять же, в таком возрасте, там, после 20 свободных, там, уже абсолютно не существует. В общем, ну, дорогие друзья, вот это, ну, было вот такое очень грустное и печальное видео на тему, ну, того, что, ну, то есть, я в 30 лет являюсь, ну, девственником, и, естественно, вот это воняет в такое чувство состояния апатии, ну, депрессии, то есть, ну, хотелось бы чисто, ну, ради интереса ощутить вот это все, ну, то есть, ну, почувствовать, но, ну, для меня вот такой возможности, ну, просто-напросто не существует, потому что с моей внешностью, с моим, ну, ростом, то есть абсолютно никакая тян не посмотрит на такого, ну, как я. В общем, ну, было вот такое видео. Надеюсь, вам, ну, было интересно его смотреть. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео.